В Актюбинской области подсчитали предварительный ущерб от паводков. Правда, пока сумму определили лишь для жителей Уильского района. Чиновники обещают, что в течение месяца сельчане получат деньги на руки. Под воду в селе Каратал ушли 11 домов и 12 дворов. Спецкомиссия фактически завершила там работу. По предварительным данным, сумма ущерба составила 31 миллион тенге. Но чиновники не исключают, что цифра в итоге может увеличиться. А в Кабдинском районе, где затопило 79 домов, гимназию, спорткомплексы, кемпинг, оценщики еще ведут подсчет. В селе Байтак и вовсе до сих пор сидят без света. Во время паводка в ауле оборвались провода, а опоры линии электропередачи упали. Восстановительные работы затрудняются тем, что спецтехника не может проехать по влажному грунту, объясняют в акимате. Электричество обещают подать в течение ближайших дней. В Уильском и в Кабдинском районах сохраняется режим ЧС природного характера. Специальная комиссия продолжает работать в Уильском районе. Сейчас известны предварительные данные. Сумма ущерба на сегодня составляет 31 миллион тенге. Мы выделим эти деньги из районного бюджета в течение месяца.